рыбалка не получилась, полная вода, то есть по сравнению с прошлым выходным поднялась примерно сантиметров на 20, поэтому не вижу смысла оставаться, еду копать. На краю, так сказать, одной маленькой деревушечки обнаружился совершенно непонятный сигнал. Копаю. Совершенно непонятный сигнальчик, но пройдя 100 метров от дороги и не наткнувшись ни на один полезный, вот, это первый сигнальчик, ну, кроме пробок, конечно же. И это... Ого! А вот и интересная находочка. И это звезда. Советская звезда. Состояние, конечно, очень грустное. Сейчас я ее попробую оттереть и посмотреть поподробней. Наверное, здесь жил воин. Естественно. Вот такая вот грустная звездочка. Новый интересный сигнальчик. Плюс 40. И он очень четкий. Копаю. Текс. Сейчас посмотрим, кто здесь спрятался. Земля здесь просто адская. Так. Ну, кто спрятался здесь? Сейчас мы посмотрим. Так. Ага. Ой. Ух ты. Ну вот. И советская монетка. Красивая. В хорошем состоянии. 3 копейки 48 год. Столько лет в земле и в таком состоянии. Не то что современные монетки. Вот такой вот сигнальчик, похожий на современную советскую пробку. То есть никакой. Но это поле, копаю. Сейчас мы посмотрим, кто здесь. Сейчас мы посмотрим, кто здесь. Спрятался. Так. О, варежку-то. Варежку-то одевать надо. Сейчас извольтякаешься нахрен весь. Так. Еще раз. Смотрим. Ах ты! Вот оно. Кто тут так странно звенел? И это, кажется, пряжечка. И, скорее всего, от лошадки. Бронзовая, наверное. Хотя вот подгнивший элемент есть. Это еще и сталь. Вот такая вот интересная вещица. Плюс 10 в поле. Копаю. Текс. Стоп.
Так, сейчас посмотрим, что здесь интересного попалось. Что это за плюс 10? Может, фольга, а может, не фольга. Сейчас будет ясно. Так, сейчас мы берем вот эту всю отброшенную кучку и... Ого! А это постарее будет этих остальных находочек. Ну, это не монетка. И, как мне кажется, это бывший образок. Но время его съело так, что не видно вообще ничего. С одной стороны видно краешек отломанного ушка. И, скорее всего, это был образок. Но абсолютно лысый. Вот так вот. Ушел я с поля, потому что ни хрена там нету. Выкапывал консервную банку, а выкопал вот такую интересную звезду. Возможно, это была пряжка. Надеюсь, эксперты подскажут, что это такое было. Но находка очень интересная. Плюс 10. Думать нефиг, копаю. Так, сейчас мы посмотрим. Камера садится. Забыл я вчера зарядить. Но сейчас мы, я думаю, успеем эту кучку проверить. Так. Сейчас мы посмотрим, кто здесь. Так, ну, что у нас тут? Так. Ого. И это, как мне кажется, 15 копеек. Но состояние его, ну, очень грустное. Ладно, иду дальше. Элемент от гармошки попался ближе к дому. Ко мне присоединились две бабки и два кота. Вот первый кот. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Кузя, барсик. И вон там второй кот. Вот так вот бабульки из углов подсматривают. Чего я здесь копаю весь день? Вот вторая гильза попалась. Первая я не снял, думаю. На кой хрен она сдалась? Кстати, год просматривается, 46-й. Гильза охотничья. Вот такая вот. Ну вот что сегодня из... получилось за 4 часа. В общем-то, ничего, пойдет. Интересно. Время провел.